Всем доброе утро из города Адрасан на турецком побережье Средиземного моря. Я продолжаю свое путешествие по Ликийской тропе. И сегодня у нас намечается очень интересный маршрут, потому что мы пойдем в одно из самых красивых мест. Это мыс Гелидония с маяком. Обогнем его и надеюсь, что ночевать будем сегодня в Пиратской бухте. Тоже очень такое интересное местечко, маленькая бухточка. Но нам предстоит путь в 20 километров по горам с перепадами высоты 400 метров, по лесам. И, насколько я помню из прошлого похода, все еще усложняется тем, что там нет источников питьевой воды. Но так было 4 года назад. Что там сейчас, неизвестно. Но попробуем мы в любом случае этот маршрут преодолеть, и прямо сейчас будем выдвигаться в путь. Ну а ночевали мы вот здесь, на этом маленьком пляже. Вот там Адрасан, это основной пляж, а здесь такой маленький пляжик, его видно на карте, он дикий, здесь никого, кроме нас, не было. Была прекрасная ночь, очень теплая погода, искупались в море. Прямо сейчас выдвигаемся. Если вы так же, как и мы, ночевали в Адрасане, для того, чтобы вам выйти на Ликийскую тропу, нужно пройти по основной улице, которая идет вдоль пляжа. И там за жандармой, за полицией, вы увидите поворот, и там будут желтые указатели, Карайоз, Ликийская тропа. Вот по этим указателям поворачивайте, можете сверяться с картами. И сразу хочу здесь сделать такую отметку, что вода, отмеченная на карте капелькой, она есть, вот он этот источник, вода хорошая, мы уже наполнили максимально бутыли, потому что в прошлый раз, как я уже говорила, воды не было до самой Пиратской бухты, то есть даже на Гелидонии не было воды на этом мысе, и поэтому вот этот весь отрезок, 20 километров, нужно пройти со своим запасом. Но опять же, так было в прошлый раз, поэтому мы страхуемся, потому что не знаем, что в этот раз, есть ли там вода или нет. В прошлый раз осенью вода была пересохшей. Вот. Но здесь вода есть, поэтому в городе нет смысла ее набирать. Вы можете дойти сюда, набрать здесь воды, наполниться уже максимально и вперед в горы к маяку. We'll be right back.
В очередной раз нас спасает моя аптечка из эфирных масел. В частности, вот это масло, это перечная мята в удобном роллере. Она уже в разведении с кокосовым маслом. Перечная мята, одно из ее свойств, это охлаждение, что очень и очень хорошо в походе. И роллер, это тоже очень удобная штука, потому что ты наносишь сразу на виски, можно вот сюда на лоб, можно нанести на плечи. Кстати, если плечи обгорают, тоже можно наносить. И на заднюю поверхность шеи тоже так вдоль нанести. Легкий массаж. Вот так вот все втереть, еще растереть на ладошках и подышать домиком. Несколько сделать вдохов. Ну, во-первых, сразу бодрость такая, потому что ментол – основной химический компонент масла. Во-вторых, это охлаждение, потому что ты идешь по жаре, уже ничего тебе не помогает. А здесь, на этом сложном переходе, нет источников воды. То есть мы 20 километров идем вообще без воды. Вот у нас запас бутылок с собой, мы не можем себе позволить обливаться. Очень жарко, поэтому вот эта аптечка просто незаменимая. У меня есть подробный обзор, и я ссылку прикреплю в описании под этим видео. Вы можете посмотреть подробный обзор. Я там рассказываю, какие масла эфирные я беру с собой и как я их использую именно в походе и в путешествии. Достигли мыса Келедония. Друзья, здесь находится маяк. Это очень красивое место, и дойти в него было непросто. Это настоящее испытание на выносливость. Прежде всего, каких-то таких супер опасных участков здесь нет, но постоянные спуски, подъемы, каменистые тропы. Все это так очень хорошо и очень хорошо, мощно прокачивает. А еще здесь очень красивые виды, и часто ты идешь, залипаешь, какие-то вьюпоинты, скамеечки очень классные. Вот, ну, наконец-то мы дошли до этого места. А, еще, кстати, сложность была в том, что на протяжении всего пути, а это 15 километров от Адрасана, нет источников воды, поэтому с собой еще нужно обязательно нести воду. И когда идешь днем, тебе жарко, хочется искупаться, хочется облиться, но воды нет. Но ничего, мы выдержали и это испытание, и у нас остался последний рывок, 5 километров до пиратской бухты на берегу моря, где мы сегодня будем ставить палатку. I begin to